Приветствую вас на моем канале разборов анонсов, психологических обзоров от Оксаны Дгетман. И сейчас я вам расскажу, что нас ждет в пост-шоу проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, кто, по вашему мнению, из холостяков лучше всего подходит к Ксении Мишиной. Не тот, кого она выбрала, хотя, может быть, и тот, а именно кто, по вашему мнению, лучший, кто достоин того, чтобы быть хорошим мужем. А в следующем выпуске пост-шоу мы увидим. Судьи, как всегда, будут обсуждать самые острые и горячие моменты холостячки. Тема сегодняшнего обсуждения – как на начальных этапах распознать абьюзера. И самое главное, как с ним бороться. Есть ли грань между мужской силой и абьюзом? И где же она? Почему мужчины становятся абьюзерами? А также, как провоцирует ревность насилие? И угадайте, кто у нас будет в гостях. Правильно, самый брутальный участник проекта. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!